Его дразнили сыном наркомана. Мне стыдно, я не могу даже поднять глаза на него. Почему Сэм живет с бабушкой? Фу, как мне стыдно уже за это. Ты устала бороться за сына. Заткнись. Вы оба самые настоящие насильники. Выложила свою интимную фотографию. Нормально у тебя мамаша? Поражение психики просто колоссальное. Мой сын, в принципе, уже травмирован. Он уже видел это фото? Фу, как это сказать? Это все эмоционально-психологический инцест. Да, я лично своими руками травмировала своего сына. Я возмущена просто. Мама, ты, конечно, тупица. Маразм какой-то. А почему надо просить у Лехи дать денег? Наверное, мне даже нравится. Заинтересована в том, чтобы ребенок утратил контакт со своим отцом. Ты делаешь все сама, чтобы они любили больше тебя. Нет. Все равно в этом есть, конечно, некий твой эгоизм. Не так. Дорогой, уважаемый Алексей, вы должны ежемесячно выплачивать... Остановитесь. Уже все, что нужно было про вас знать, этой стране, уже все знают. Скоро мы все запляшем от того, что мы натворили с Сэмом. Через пару часов у меня очень важная съемка. И я забежала в одну из лучших косметологических клиник Москвы, Венеса Клиник. Посмотрим, что они мне предложат. Ольга Петровна, через пару часов мне нужно быть в кадре с идеальным лицом. Какую процедуру вы мне посоветуете? Наташа, ну, безусловно, это голливудское омоложение 4D, которое проводит на аппарате Фотон. А какой от нее эффект? Эффект просто потрясающий и в короткие сроки. Сразу после процедуры улучшается нижняя треть лица, подчеркнуты и подтянуты скулы, отсутствие носогубных складок и мелких морщин, сияющий вид и нет реабилитации, представляете? Поэтому сразу после процедуры вы можете в кадр. Мне не терпится приступить. Я только что после процедуры 4D омоложения лица. Мгновенный результат, я в восторге. И, кстати, сразу после процедуры можно наносить макияж. А пока я собираюсь на съемочную площадку, хочу заказать несколько баночек домашнего ухода, чтобы поддержать эффект от процедуры у себя дома. Захожу на сайт Venessa Shop и выбираю нужные позиции, которые мне только что порекомендовал косметолог. Кстати, в Venessa Shop есть онлайн-консультация врача-косметолога. Вам подберут домашний уход, исходя из типа вашей кожи. Здесь представлены известные бренды со всего мира и действует очень быстрая доставка по всей России. Всем привет! С вами ваша Наташа. Шоу, в котором звездные мамы и папы обсуждают все то, что волнует вас, отцов и детей по ту сторону экрана. А наш эксперт и психолог Марк Бартон внимательно слушает гостя и на его примере разбирает все тонкости детско-родительских отношений. Сегодня у меня в гостях блогер, бизнес-вумен, мама двоих очаровательных мальчиков Айза Лилуна. Привет! Привет! Ты первая меня назвала Айза Лилуна. Это ну, мы готовились, да, вообще. Я знаю, что ты меняла фамилию, специально ее выбирала. Да, и мне очень приятно. Поэтому для тебя это важно. Ну, важно. Твои мальчишки выучили новую фамилию? Да, они, по-моему, единственные, кто выучил. Нет, не единственные, теперь еще я. Да, еще ты, да. Давай да. познакомим наших зрителей с твоими мальчиками. Как их зовут, сколько им лет и чем они занимаются? А старшего сына зовут Сэм, ему 12 лет, он учится в 6 классе, очень умный парень, мы очень близкие друзья. Мой помощник, такой товарищ прям, вот такой товарищ. Вот, и младший у меня Элвис, ему 6 лет, это солнышко нашей семьи, такой, он всегда нас всех объединяет, и очень светлый ребенок. Скажи, а есть ли какие-то ожидания от нашей передачи? Может быть, ты хочешь услышать советы от психолога, который, на вопросы, которые тебя интересуют? Так как я очень сильно уважаю Марка, мы с ним кстати, уже... он говорил о да, вашем знакомстве. Мне очень понравился он. И как специалист, я продолжаю смотреть его ролики в интернете. Конечно же, мне хочется узнать его оценочное мнение, тем более я ему доверяю. И как специалисту, и как человеку. Марк, мы сегодня ваши. Мы действительно с Айзой знакомы. Она была у меня в качестве героини на программе «Детектор». И у меня есть ощущение, что Айза одна из таких девушек, которые... занимаются огранкой собственной личности в режиме реального времени.
было много упущений на стадии ее подросткового возраста. Она превратилась в такого бунтующего ребенка, в бунтующего подростка. В принципе, не изменяла себе многие-многие годы. Но сейчас как бы налицо видны изменения. Я очень верю, что все, что происходит в ее жизни с позиции работы над собой, принесет ей только, конечно же, положительный результат. Давай начнем с первой карточки. Трудный возраст. Это очень интересная тема, которую мы не обсуждали в наших выпусках. Подростковый возраст, пубертат. Твой старший сын как раз уже, видимо, в этом возрасте, судя по твоей реакции. Ну, говори, рассказывай. Это жесть. Жесть, прям жесть. Это правда жесть. Сложно проходит, начался. Сложно проходит, но из-за того, что у меня настолько реально умный, непонятно в кого ребенок, нет такого, что мы постоянно в этом находимся, но периодами прям жестко. Что жестко? Но он очень требовательный, очень вспыльчивый. Что требует? Внимания, сиюминутного подчинения. Или там, ты любишь младшего сына больше, чем меня. Ревность. Да, появилась ревность. Хотя он ее не было? Вообще не было. Он знает прекрасно, что у меня даже к нему больше такого. То есть прям мы с ним такие друзья, что я к нему больше тянусь. Но и мы все время занимаемся чем-то его делами. А ты у него спрашивала, почему ты считаешь, что я младшего люблю больше, чем тебя? Спрашивала. Он говорит, он не может конструктивно это объяснить. Он просто начинает... Я так чувствую. Да, вспыльчивый. Вспыльчивый. Да, докапывается до слов. Это самое стрёмное. Когда ты говоришь что-то, а он цепляется за каждого слова. С ним сложно только потому, что он очень умный. Он очень образованный, очень умный. Он видит этот мир вот как будто насквозь. Ты с ним разговариваешь, такое ощущение, что это такой 50-летний такой мужик, уже зрелый. А он кричит на тебя? Нет. Никогда, да? Не оскорбляет, не обижает? Нет. А ты на него, когда в моменты вот этой ссоры, когда не выдерживаешь? Да, я могу сказать, вот это самое главное, заткнись. Ты меня злишь, вот это мое. Да, но мы быстро, у нас правило, берем паузу. Я такая, все, берем паузу. Он такой, да, берем паузу, мы садимся по разные стороны кровати или там дивана, я ставлю будильник, мы 15 минут сидим. Вот вдвоем в комнате? Вдвоем в комнате, никого очень не пускаем. Очень интересно, что скажет про этот метод Марк. Да, это не какой-то там, это я не знаю. Ты сама такой, придумала, да? Да, просто берем паузу. И вот его главная фраза, мам, я не знаю, что со мной происходит. Все, он обдумал. Обдумал, да. Он говорит, понял, я не понимаю, меня кипит. Я говорю, вот такой вот у тебя период, у тебя просыпаются те или иные гормоны, которых у тебя ранее никогда не было. Кровь, я прям постоянно сравниваю, что кровь у тебя как кипяток закипает, когда на плите. Вот то с тобой, то вот с твоей кровью такое происходит. Айза все правильно говорит. Это хорошо, что она понимает тот факт, что у ребенка в пубертатном периоде действительно перенастраивается организм. И я часто сравниваю состояние таких детей с ПМС у женщин, да, вот он часто мы, или с тем же климаксом, происходит очень серьезная перенастройка организма. Где-то организм очищается, где-то он входит в совершенно новые биоритмы, сталкивается с совершенно незнакомыми биохимическими формулами. И ребенок, в принципе, находится в состоянии как физической, так и психоэмоциональной ломки. И поведение ребенка может быть совершенно непредсказуемым. Например, вот даже ситуация с ревностью. Айза сама сказала, что я очень часто срываюсь на старшего сына. А он ревнует, говорит, ты младшего любишь больше, чем меня. Почему такое может происходить? Элементарно, вот если обратить внимание на речевые коды наши и на то, как мы общаемся с маленькими детьми и с более взрослыми. Вот взрослому можно сказать, так, быстро иди кушай, там, садись за стол, я накрыл. Давай садись. А к маленькому, что ты, мой хороший, будешь кушать, я тебе приготовила котлетки, тебе нравятся мамины котлетки? Ребенок, естественно, считывает это и видит существенную разницу. С маленьким общаются нежно, ласково, закрывают где-то глаза на его ошибки, присутствует такое даже безусловное принятие, а у меня уже обусловленные отношения. А по поводу переменчивости настроений, это тоже определенная бессознательная попытка привлечь к себе внимание. И кроме всего, убедиться, насколько я значим для своих родителей, для своей мамы. Готова ли она проявить свою любовь через мою потребность?
И действительно, многие детки, когда утрачивают вот эту эмоциональную близость с родителями, они создают такие определенные ритуалы, через которые привлекают к себе внимание. Мы тут сходили к психоневрологу вместе, с ним прям вот в центр психоневрологический такой крупный. Вот, и там нам невролог тоже сказал, что у него ранний пубертат, потому что ну, он очень развитый ребенок. Он уже в 4 года считал сложнейший пример. Я не знаю, откуда. Давай про школу. Я знаю, что пару лет назад Сэм просил перевести его в другую школу, да. Потому что старшеклассники его дразнили сыном наркомана. Угу. Это был очень тяжелый период. Это был первый раз, когда я его отвела психологу. Была ситуация такая, что я очень хотела, чтобы он жил со мной вот эти дни, когда он учебные дни, будни, чтобы он жил со мной, и школа рядом. Я просто вот здесь прям живу рядом. И эта школа, кстати, в которой учился его отец. Вот. И мы перевели его туда, все классно. И началось каждый день. Я не хочу в школу. Я не хочу в школу. Я говорю, почему? Ну, то есть он обычно очень с удовольствием ходит. Через 2 месяца выясняется, что как раз была ситуация, когда у его отца был некий срыв в социальных сетях, и это было очень громко. Прямые эфиры, да? Да. Это вызвало такой большой резонанс, а дети такие себе, не очень приятные. Вот. Да, а тогда Сэм, он не мог себя защитить, сейчас он к нему подойди, он просто что вообще? Я его перевела обратно в ту школу. Почему Сэм живет с бабушкой? Я читала твою цитату в соцсетях о том, что ты устала бороться за сына, раньше ты плакала, злилась, а сейчас отдала и приняла вот ситуацию. Да, это тоже моя травма, но, на слава богу, благодаря психотерапии, психологам это ушло и благодаря Сэму. Я уже говорила ранее, что я очень многое дала маме, да, на именно уход за Сэмом, и она к нему привязалась, естественно. С появлением второго ребенка, ну, то есть, я же не кошка, рожать котят и раздавать там, да, чтобы, ну, типа, вот у тебя 2 сына, отдай нам одного. Нет, такого не пойдет. Я постоянно, ну, переживала, мне казалось, что Сэм вырастет и все, захочет остаться там с ними навсегда. Вот это моя боль, вообще страх. Что он любит их больше, чем тебя. Да, и то, что мама постоянно так... Как будто она больше про него знает, чем я. Это было желание Сэма уехать жить к бабушке? Не, он не живет у бабушки. Сэм просто хочет учиться в школе, в той. А мне будет тяжело его, получается, в 7 туда, утра да. мне ехать. А бабушке пешком ходить? Это он пешком просто. То есть он 5 дней в неделю, вот эти с понедельника по пятницу он живет там. Да, но мы часто бывает, что вот, ну, в пятницу он заканчивает и сразу ко мне. Ты говоришь в своих сторис, сын, как выяснилось, не так привязан ко мне, как Элвис, Сэм. И он выбрал, ему нужен комфорт, ему нужно, чтобы за ним ухаживали, и он живет теперь у бабушки. Да, такое было, но это был очень короткий период. Я тогда очень так обиделась на Сэма. Он просто не мог объяснить мне на тот момент, это было давно на самом деле, когда он был лет 10, когда он просто хотел учиться в той школе. Вот. То есть он туда рвался, потому что там это школа. Ну и плюс бабушка его полностью обслуживает. Уже сейчас меньше, поэтому он теперь хочет обратно ко мне. Ну вот мы уже говорили о том, что старший сын чувствует недостаток внимания. И так как конфликт не может быть разрешен в рамках отношений Айза и ребенок, то здесь, безусловно, для мальчика это наиболее безопасная среда. Почему? Вот Айза сама говорит, что, значит, за Сэмом бабушка там ухаживает больше, и он себя там чувствует особенным. То есть они находятся в сильном контакте. А как раз таки период возрастной говорит о том, что он нуждается в том, чтобы почувствовать себя особенным. И, возможно, в этой ситуации, там, да, где-то, может быть, Айза, конечно, лукавит, чего-то не договаривает, либо увиливает от ответов прямых, боясь осуждения. Но не надо бояться осуждения. Нужно понимать, что данная формула, она позволяет быть безопасной мамой для своего ребенка. И ребенок находится в безопасных условиях. Поэтому, если на данном этапе это устраивает всех, ничего страшного, пожалуйста. Я прочитала у тебя несколько таких публикаций, звучат они примерно так. Если Сэм урок, то Элвис моя отдушина. Да. Глядя на Элвиса, хочу еще детей. Да. Глядя на Сэма, понимаю, что не потяну. Да, но сейчас другой период. Сейчас период, когда
Сэм мне помогает очень сильно. Я же говорю, вот эти скачки его, mm-hmm. да, потому что было то время, это как раз-таки был подход к вот этому пубертату, mm-hmm. как выяснилось, да, скачками. И сейчас mm-hmm. вот скачки. И сейчас период около 2 месяцев, когда Сэм просто мой помощник. Он говорит, мам, говорит, нам так хорошо втроем. Он говорит, вообще никто не нужен. Это слова Сэма. Mm-hmm. Он мне помогает Элвиса собирать на занятия. Mm-hmm. Он помогает мне включить эту плиту, потому что я хрен знает, как эту плиту включать. Ну, вообще, у меня хорошо готовит. Вот, он разобрался со стиральной машиной, мы сами стираем. Ну, то есть, он мне очень помогает. Вот сейчас период, когда... Он стал чувствовать свою нужность. Нужность, да. Давай поговорим с тобой о том, что ты отвела Сэма к психологу. Да. Знаешь, что меня смутило? Что ты показала это в реалити. Да. Мне показалось, что это... Я ни в коем случае не осуждаю, но вот это такой, знаешь, все время вопрос. Нужно ли личное ребенка настолько освещать для всех. Угу. Это да, я понимаю, что это было абсолютно неправильно, угу. потому что, ну, ты же знаешь, что такое телевидение, ты знаешь, как это... Тебя уговорили, ну, да, объяснили, что это нужно для шоу? Ну, или... там же всем, в принципе, все равно на тебя, хотя да. я считаю, что реалити классное получилось, просто... Недавно, вот буквально пару недель назад, я услышала от Сэма фразу: Я не разрешал вам делать меня знаменитым, ни тебе, ни папе. Да. Эта фраза меня кольнула. У меня не хватало мозгов, понимания того, что ну, они же могут не хотеть этого. Мне казалось, а что такого? Угу. А что такого? Он говорит, мам, думаешь, мне приятно, когда я занимаюсь своими делами, а меня из-под тяжка снимают? Думаешь, мне приятно, когда я... А ты такая для... Это же мои... Ну, я веду свою жизнь. Ты блогер, да? Для тебя это образ жизни. Да, я же не думала, что это как-то... Ну, то есть у меня в голове не складывается мысль, то, что это может навредить. Угу. А это действительно может навредить, потому что... Потому что он не хочет. Да. Потому что он не хочет особенного отношения к себе. Он не хочет каких-то поблажек, он не хочет, наоборот, какого-то пристального внимания. Очень интересно, что скажет на все это Марк. Конечно, ошибка Айза признает это и понимает в том, что нужно было с сыном это обсудить. И, естественно, если он высказывает свою позицию, да, я не против, придать огласке то, что происходит в кабинете у психолога, пожалуйста, выкладывайте. А тут, получается, никто ни с кем ничего не согласовал. И, конечно, для ребенка это может быть травмой, потому что любой терапевтический процесс, он в первую очередь выстраивается на доверии. И если у него сформируется убеждение, что доверять нельзя ни маме, ни психологу, либо там психотерапевту, то ребенок может уйти в себя, закрыться от всех и больше не впускать в свое эмоционально-чувственное пространство. Если бы Айзе сейчас было там 17 лет, ну, возможно, да, такое можно допустить. Но уже взрослая, осознанная женщина, которая должна отвечать за свои поступки и действия. В рамках случая с Айзой все понятно, но иногда дети часто сталкиваются с бытовым предательством, семейным. Возможно, у вас такое было, когда вы обнаруживали, как ваша мама делится секретами, допустим, с вашим папой, хотя вы просили никому не рассказывать, либо с вашей тетей, либо с какой-то подружкой. И у меня, кстати, часто в моей практике были такие ситуации, когда приходили и мужчины, и женщины, и жаловались на то, что рассказывали какие-то тайны, какие-то секретики своим родителям, и потом узнавали, что эти секреты становятся... всеобщим достоянием. Безусловно, это не формирует никакой близости между ребенком и родителем, тем более мы понимаем, что ребенок интуитивно, бессознательно воспринимает родителя как значимую, зрелую, взрослую фигуру. Источник любви. И представляете, когда у ребенка происходит такое смешение, любовь – это предательство, любовь – это жестокость, любовь – это критика, любовь – это отстраненность. Конечно, таким детям потом сложно выстраивать свои личные отношения, и нужно на это обязательно обратить внимание. Тяни следующую карточку. Всемирная сеть. Дети и интернет. Угу. Какой контент смотрит Элвис? Какие мультики? Какие блогеры ему нравятся? Что ты разрешаешь ему смотреть в интернете? Начну с того, что я не запрещаю. Он играет в игру Roblox, Brawl Stars. Ты даже знаешь все эти названия? Да.
что я столько денег на эти игры на них потратила. Я не знаю, у нас этим в семье занимается муж. Да, вот две игры, которые играет Элвис. Ну, Сэм у него прям уже отпала. Вот игромания, его зависимость от гаджетов, она у него сама просто отпала. Он увлекся профессионально на самокате катается, прыжки. Ты говорила, что он уже зарабатывал даже пару раз на стримах, в ТикТоках. Да, да, в ТикТоке он зарабатывал на стриме игровом. Он показывает своего лица, запретил мне рассказывать его странички. У него был свой ТикТок. Я выложила одно видео его в свою социальную сеть. Он разозлился на меня, удалил этот аккаунт, потому что говорит: мам, мне не нужны твои подписчики. Он удалил этот аккаунт и создал себе новый. И до сих пор я не знаю. И он сам там набрал 20 тысяч подписчиков. Сам. Ну, то есть он не показывает свое лицо, он только игровой. Но уже он это уже не сидит там. У него есть Инстаграм? Да, он зарегистрирован. Я абсолютно не закрываю своему ребенку. Подписан на тебя. Да, но он не заходит, тогда ему не интересно. Интересно, да? Вот ты уверена? Ну, мы сидим вместе, смотрим мой Инстаграм. Ну, то есть у него есть доступ к моему Инстаграму, он вообще спокойно может там сидеть. Конечно, он знает о моих каких-то косяках, которые я вытворяю. Он узнает об этом первым, потому что я ему сразу об этом говорю. Чтобы он не узнал от кого-то другого, да? Да. Ты подготавливаешь да. его? Не могу не спросить про оплошность, которая произошла совсем недавно в твоем сторис. Я понимаю технически, как это произошло и как это попало у тебя в сторис. Ты выложила откровенную фотографию. Объясню зрителям, кто не знает, что ты сделала интимную фотографию, нечаянно ее опубликовала, но очень быстро ее удалила, но тем не менее она распространилась в сеть. Да. Меня, конечно, для начала хочу опять помарочку, я это всем говорю. Меня многие обвинили в хайпе, в том, что я... Ну, естественно, да, как для привлечения иначе? Внимания. Могу сказать, и те, кто знает меня лично, и те люди, с кем у меня были контракты, которые со мной их разорвали. После этой фотографии. Да, я потеряла очень много денег, потому что это огромные репутационные потери для моего Инстаграма и... Ну, то есть мне тяжело далось. Тебе это стоило? Мне это стоило. То есть зачем мне эти просмотры? Они мне без денег абсолютно не интересны. И зачем мне там, допустим, это выкладывать, зная, что у меня у ребенка телефон в руках, который и одноклассники, и в школе все учатся, которые могут ему сказать: нормально, у тебя мамаша. Опять же, если бы мой сын был не тем, кем он является сейчас, там, да, я бы... наверное, травмировала своего ребенка. Конкретно травмировала бы. Но мой сын, в принципе, уже травмирован. Давайте вот не будем вот эти иллюзии. Он растет без отца, там, да, без родного. Его растит отчим у него. Мать, блин, импульсивная была, конечно. Ну, вот эти вот... Он видел, как я плачу. Он видел, как у меня что-то не получается. Он поддерживал. Он видел, как я разводилась с его отцом. Он видел, что его отца и не было. И видел... что с его отцом, и конфликты, и все остальное. Да, я лично своими руками травмировала своего сына. Признаю. Делаю все, чтобы это исправить. Да? Начиная с себя, вылечи себя, а потом уже буду заниматься ребенком. Знаю, что я сделала очень много ошибок, за которые я обязательно буду расплачиваться, когда он вырастет. Я не питаю этих иллюзий. Мне очень тяжело далась вот эта ошибка. А как ты поговорила с Сэмом? Что ты ему сказала? Он уже видел это фото? Нет. Нет? Нет. Он не видел это фото. И он не видел его до сих пор, да? Ну, нет. Думаю, что нет. Но он же в школе, ему могли показать. Но, ну, как это сказать? Ты не знаешь. Показали ему? Не буду врать, не знаю, но нет. Он, наверное, из уважения к тебе говорит, что он не видел. Не факт. Он мне сказал бы, потому что... Не думаю, что он это видел, честно. Но я ему сказала: вот так вот, вот так вот. Я вот так вот натворила. Как ты набралась прям смелости и сказала, что ну, ты... Ну, а что мне оставалось сделать? Что ты, какими словами сказала? Ну, так сказала, мне что нужно я... поговорить. Да, я выложила свою интимную фотографию случайно. Он знает, что я не умею, блин, пользоваться этим телефоном. Он мне постоянно все устанавливает, все подключает. Он знает, что я... пользуюсь телефонами, что я даже этот Apple Watch купила, и пока он мне не подключил, я так и не смогла их носить. Он знает, он говорит: мама, ты, конечно, тупица. Но он понимает, и он меня обнял, вот как по-отцовски. Это поддержка семьи называется. Я очень хочу спросить у Марка, какими словами нужно признаться ребенку о каких-то своих важных, сложных, глобальных ошибках, таких косяках? Все зависит от ситуации. Самое главное,
одна из главных ошибок родителей, когда они перекладывают ответственность на своих детей, делать их счастливыми. То есть родитель перекладывает ответственность на ребенка, чтобы ребенок сделал счастливым родителя, двоих либо одного. И когда мы признаемся в каких-то трудностях, которые не попадают в рамки возрастной психологии ребенка, естественно, эмпатия по отношению к маме всегда будет на высшем уровне. Ну, или к папе, например. И ребенок будет желать сделать маме хорошо, войти в положение, принять маму, где-то ее утешить, поддержать. Но так как он не имеет на это определенных знаний, у него этого не получится. И давайте мы не будем забывать о том, что есть такие темы, достаточно запрещенные для публичного обсуждения, редко озвучиваются они, но все прекрасно знают, что такое инцест сексуальный, да, там педофилия, инцест, когда мама либо папа прибегают к каким-то насильственным сексуальным действиям в отношении своих детей. Поражение психики просто колоссальное. А теперь представьте ситуацию немножко другую. Эмоционально-психологический инцест. Да, вот в ситуации, которую сейчас говорит, описывает Айза со своей фотографией, появилась фотография в сети, значит, и достаточно интимного характера. И ребенок принимает участие в обсуждении данной темы, высказывает свое мнение, пытается утешить маму, там, пытается найти какие-то слова поддержки. Это все эмоционально-психологический инцест. И он ни в коем случае хорошо не сделает мальчику. Поэтому нужно быть максимально внимательными. Для меня, как и для моих гостей, семья всегда стоит на первом месте. А если вы только выбираете, где будете вить свое семейное гнездышко, очень рекомендую вам изучить информацию о компании 3RED. 3RED проектирует и строит современное комфортное жилье по индивидуальному проекту. Зеленые дворы без автомобилей, лестницы, ступеней. Современные детские спортивные площадки. Светлые подъезды с элементами дизайнерской отделки. И что важно лично для меня, рядом с домами 3RED строят красивые современные школы, детские сады и поликлиники. Тяни следующую карточку. Мать-одиночка. Мать-одиночка. Это ты. Это я. Ты знаешь, очень много женщин в таких условиях, в разводе. Одни воспитывают детей. Кто-то в хороших отношениях с бывшим мужем, кто-то в плохих. У тебя и такой случай, и такой. То есть у тебя и хороший бывший муж, и плохой бывший муж. Нет, они на самом деле меняются. Они бывают Правда, между собой? Они бывают иногда один хороший бывший муж, другой плохой бывший муж. Меняются местами, да? Да, один из... Слушай, они знакомы между собой? Конечно. Просто у всех претензии. Да друг к другу? Взрослые. Ну какая может быть претензия у Димы, Гуфу? Ну, у Димы, Гуфу нет претензий. Вот. У Гуфа, Димы, он ревнует Сэма, потому что Сэм называет Диму папой. То есть у Гуфа к Диме претензии? Ну, да, он не хочет, чтобы... Как я? Я вообще не... Сэм начал называть Диму папой, когда я была вообще в Москве. Они были на Бали. И я вернулась, а он, папочка. Сэму было сколько? 5 лет, да. А как это произошло? Тебе Дима рассказывал? Mm-mm. Просто взял и стал называть его папой. Потому что он хотел, чтобы папа был рядом, я так думаю. Ну, Дима прям папа для Сэма. Да, да. Ну, вот какой бы Дима не был тяжелый для меня... Для детей он идеальный папа. Ну, а просто... Гуф часто видится с Сэмом? Как они раз там в полгода. То есть не часто? Не, редко, не часто. Да. А он помогает? Ну, вот недавно дал денег. Ну, раза два только давал денег. В смысле? Ну, два раза за все время? Ну, да. Типа алименты? Нет, алименты не платят. А почему? А я не просила. А почему? А не просила. Ну, я себя попрошу у Лехи, он даст денег, я попросила. А почему надо просить у Лехи дать денег? Ну, потому что я тоже зарабатываю. Ну и что? Ну, он тоже зарабатывает. Да, ну, а просто договориться. Лехе. Так, Леша, дорогой, уважаемый Алексей, вы должны ежемесячно выплачивать 30% от вашей зарплаты. Ну, у него зарплаты. Свой ребенок родился. Ему. Прекрасно. Много детей, много зарплат. Ну, как же так? Ну, как? Это просто... Нет, я попросила у него денег, потому что был такой период прям сложный. Я жила вот прям до зарплаты, потому что с началом, ну, вы знаете, чего. Ну, скажи, пожалуйста, ты обижаешься, что он не финансовый, никакой поддержки Нет. тебе? Ну, ты такая, нет, потому что я сама все могу, мне не надо...
Или ты такая, нет, потому что он не платит, ну и фиг с тобой. Хочешь, скажу честно? Конечно, хочу. Я обратилась к нему два раза, да, и два раза он мне дал денег. Это из того, что я помню, да, когда я осознанно сама попросила денег. Почему я не хочу просить денег? Если просить денег, то значит ты должен как-то, я не знаю, как это объяснить. Вот этот страх когда-то, что я боюсь, что мой ребенок куда-то уйдет от меня, да, Марк сейчас меня разложит меня просто по кусочкам. Наверное, мне даже нравится, что он не помогает деньгами, потому что у него меньше на него будет каких-то прав. Ну, да, Марк тебя разложит, я прям вижу это. Ну, например, у моих детей нет даже такого понимания. Допустим, да, они у меня что-то просят, то есть они не просят у своих отцов. Ну, такого не... Ну, потому что в вашей семье так не заведено. Ну, в нашей семье разрабатывает мама. Ну, и мои дети растут с той мыслью, что они будут дарить мне кольца, они будут зарабатывать, они знают, как я часто себя обхожу. Но это не манипуляция? Ну, я-то это делаю, потому что... Нет, я себя не ограничиваю, покупаю просто. Я могла бы себе больше покупать, да? То есть ты им говоришь, что дети, нет. Я себе не покупаю, потому что вам покупаю? Да нет, конечно, никогда в жизни. Но если у меня будет выбор купить сумку там за 200 тысяч рублей или купить Сэму самокат за 60 тысяч, то я куплю самокат. А попозже сумку себе. Все равно в этом есть, конечно, некий твой эгоизм, есть, как я понимаю. Да, да? Ты делаешь все сама, чтобы они любили больше тебя. Даже не то, чтобы больше любили меня. Чтобы... Только тебя. Нет. Не так. Я хочу, чтобы у них были отцы, честно. Да, я очень хочу. Но у меня же есть вот эта отвратительная вот эта черта, как щупальцы контроля, которые я... К сожалению, пытаюсь запустить во все, что я делаю, да, и это я прорабатываю с терапевтом уже год. Угу. И вроде у меня слабеет, я там отпустила, я сам сейчас отдыхала с отцом своим. По чьей инициативе? Ну, соответственно, Гуфа. Да, Леха вот такой говорит, я хочу забрать там на 3 дня куда-то, они там в Грецию. Но он оплатил поездку? Конечно, конечно, конечно. Ну, он там оплачивает. Или ты и туда залезла? Нет, я туда не залезла, туда не залезла. Вот, но... Дала с собой. Ничего не дала с собой. Но я скажу правду. Когда в первый же день мне позвонил Сэм и сказал, что хочет ко мне, я очень обрадовалась. Я знаю, это мой эгоизм. Что мы обнаруживаем? Внутриличностный конфликт и конфликт в отношениях со своим мужчиной, с бывшим мужчиной, он втягивает в себя еще и ребенка. Почему? Это папа. Папа имеет проявлять свою любовь. Имеет право проявлять любовь так, как он умеет это делать. Айза не имеет права препятствовать этим отношениям, если поведение Гуфа не ломает детскую психику. Бывает, конечно, часто такое, что женщина из-за недостатка собственной значимости, там проблемы с самооценкой, с самоидентификацией, и она может, конечно же, даже быть заинтересована в том, чтобы ребенок утратил контакт со своим отцом, и она была на первом месте. О чем это говорит? О том, что ты пытаешься свои внутренние конфликты решить не за счет внутренних опор своих, не за счет взросления внутреннего, а за счет ребенка. То есть ребенок становится такой затычкой, которая используется при необходимости. Поэтому взрослый человек должен решать свои проблемы самостоятельно, не используя при этом своих детей. Я тебе хочу сказать одно. Я не феминистка, но я за справедливость. Даже не тебе, я возмущена просто. Но все-таки он зарабатывающий человек. Как можно не давать денег на своего ребенка? Не, ну он давал вот прям... Два много. Раза? Ну 500 тысяч он прям дал. Это много. Два раза? За 12 один. Лет? Не, один раз 500 тысяч, вот недавно. Нет. Но я знаю, что я могу у него попросить, он даст. Ты не должна просить. Ну тогда это не ко мне вопрос. Тогда вот это именно. Не ко мне вопрос, потому что я... А Дима дает деньги? Дима дает больше, чем деньги. Он дает внимание. И он проводит с детьми столько времени, вот просто, что ты уже начинаешь переживать
где мои дети? Он с обоями, да? Да. А деньги дает? Ну, может дать, да. Но я тоже не прошу. Дима, с Димой у нас денежных таких отношений. Да и с Гуфом у вас не особо денежных. Mm-mm. Но может дать. Это типа раз в 3 месяца 10 тысяч рублей? Нет, но он, если я его прошу, там он даст мне деньги. А у него, ну, он такой обеспеченный, да, товарищ? Ну, почему он не дает? Деньги. Но он приезжает и обеспечивает. Нет, он должен ежемесячно выплачивать. Может, они мне не доверяют, они думают, что я на себя трачу. Может, да трать на себя. Да нет, зачем? Это просто, слушай, это чисто человеческий. Да я зарабатываю больше, чем они оба вместе взятых. Тогда ты им давай деньги. Ну, мне кажется, сейчас скоро так и будет. Да, я правда зарабатываю больше, чем и Леха, и Дима. Ну, вот правда. Поправь меня, если я ошибаюсь, хочу обсудить сплетню. Правда ли, что вы сейчас сошлись опять с Димой, ну, таким гостевым браком? Нет, я не могу сказать, что мы сошлись. Нет, мы не сошлись с Димой. Мы не сошлись с Димой, мы сошлись с Димой, нашли точку соприкосновения в воспитании детей. Нет, между нами то нет. То есть вы общаетесь как друзья, как да? бывшие супруги? Да, как мы общаемся как родители. Прекрасно. Да, все. Давай проговорим про отношения Сэма с папой еще немножко. Все конфликты ваши разбирать не будем. Но меня зацепило одно видео, когда Гуф выложил переписку, где Сэм назвал его наркоманом Гуфа. Ты записала видео, в котором Сэм говорит: «Не ругайте маму, не обзывайте мою маму, это я виноват, меня ругайте». И ты говоришь Сэму: «Ну, натворил ты делов». Теперь, как всегда, мама, да, отвечает за это? Это я виноват. Никогда больше такого не делай. Мама, не называйте, это я виноват. Ты не виноват. Виноваты мы с папой. Все, пойдем. Меня обзывайте, маму не надо. Не обзывайте меня, видите, меня сын защищает. Это не мама, мама не виноват, это я виноват. Не надо маму ругать, ругайте меня лучше. Ты помнишь это видео? Помню. Да. Но это был полный пипец. Я сам, я на самом деле очень сильно... Это было сколько лет назад, во-первых? Пару лет назад. Я очень разозлилась, 1.5 года назад. То есть не так давно? Да. Я очень разозлилась на Сэма. Ну, очень сильно разозлилась, правда, потому что... Ну, естественно, меня во всем винят. И Дима, и Леша, и да, окей. Я заслужила многого. Да. Я не жертва сейчас. Я просто по факту говорю, что вот... Я провоцировала, но неосознанно, но разозлилась на Сэма, потому что, во-первых, какого хрена он так называет отца своего, а во-вторых, естественно, его отец думает, что это я все делаю, а я даже на тот момент не была с ним рядом. Но меня это разозлило. После этого ты разговариваешь со своим сыном, говоришь: «Сэм, ну не надо было так делать, зачем? А зачем снимаешь?» А зачем снимаю, я не помню. А, да, потому что у нас был какой-то внутренний конфликт, когда Леха, когда обвинял меня во всех смертных грехах. А Леша уже очень важно, ну, что на публике там, да, делается. Зачем, во-первых, он выкладывает переписку с ребенком? То есть он первый начал? Ну, да. Ну, ты помнишь, там Сэм говорит: «Не ругайте маму, ругайте меня». Да, я помню. Нет, его так жалко на этом видео. Ну, потому что тогда я на него разозлилась сильно, потому что мы наши... Да, фу, как мне стыдно, ужас за это. Ты переживаешь, да? Ну, хотела бы, чтобы ты этого не сделала. Да, конечно, зачем я вообще вернусь на эти провокации? Ну, Леха, да, просто не первый раз выкладывал переписки Сэма. И ты хотела ему ответить, да? Ты хотела доказать, да, потому что ты на меня, виновата. Представляешь, как у меня накидывается аудитория Гуфа, просто оголтелых. А ты не можешь не реагировать? Вот сейчас могу. Да, тогда а нет. Тогда еще не могла. Потому что ты видишь, получается, что, пытаясь защитить себя, травмируешь ребенка, да, получается, да, так? Да, да. Маразм какой-то, честно. Вот, такая публичная порка. Наказать ребенка за то, что он является таким отражением всего происходящего в семье и в конфликтах между родителями. Вопросов много ко всем. Безусловно, первый вопрос к папе, да, к Гуфу. Для чего это делать... Для чего вообще это выставлять на всеобщее обозрение? Этот вопрос можно было решить с ребенком один на один, даже не передавая эту информацию, значит, Айзе. Он мог обсудить этот вопрос, он мог найти нужные слова, если бы захотел. Но опять мы понимаем, что там не было желания сделать хорошо ребенку и наладить контакт.
вот какие-то импульсивные решения. Обвинили Айзу, выложила эту переписку, Айза выложила видео. Ну, детский сад, правда. Ощущение, что людей колбасит, они все время пытаются что-то доказать друг другу. Но уже остановитесь. Уже все, что нужно было про вас знать, этой стране, уже все знают. Все, что вы могли доказать, вы уже все доказали. Поэтому занимайтесь самообразованием, развивайте зрелость психологическую, любите своих детей, а не используйте их как щит и оружие для того, чтобы что-то выяснить между собой. Вы оба, давайте будем называть вещи своими именами, самые настоящие насильники. Сэм называет отца ребенком. Гуфа. Он тебе говорит, ну он же как ребенок. Ну да. Угу. То есть он не воспринимает его как взрослого. Ну сам в принципе такой, он очень взрослый. Сам взрослый. Да, а папу считает ребенком. Ну да, он такой для него. Почему он так делает, считает? За его вот поступки, образ жизни, как ты думаешь? По-разному. Ну то, что он не в состоянии там следить там, за Сэмом. То есть, он... то есть Сэм понимает, что папа вообще не несет за него ответственность. Не, ну конечно, он как-то несет, но... Ну как? Ну я, например, двоих их отдыхать никогда не отпущу. Потому что я знаю, что Леша, он очень инфантильный, он очень молодой. То есть он до сих пор? Да. А сколько Леше лет? 43. Ну это Леша. У меня нет к нему злости вообще. Вот я сейчас о нем говорю. Просто он такой. Он просто такой. Он такой. Это Леша. Ну, бывает. А что, сплошь и рядом. Да. Ну, это мужчина. Последний вопрос, но очень важный, раз уж такая у нас прожарка. Много раз ты публично говорила, что Гуф не хотел ребенка. Не хотел, да. То есть как на эти слова реагирует Сэм? Он ощущает то, что его папа его не хотел? Пока нет, но я думаю, что скоро мы все запляшем. От того, что мы натворили с Сэмом. Я сама виновата во всем. Ну, пусть. В чем ты виновата? Ну, в том, что я это озвучила. Угу. Да не, а как? Вот это понятно. Леха не может проводить много времени с Сэмом. У него нет на это физических сил. Я очень надеюсь, что его ребенок, это даже Сэм, он очень хочет. Он прям так и говорит. Я очень надеюсь, что моя сестра... С другим, что она, сестрой, да, не изменит его, да? Ну, что он, она не будет такой же, как я. Мальчик для своего папы – папа. Вот ключевой момент. Кто он для мамы – неизвестно. Вот ребенок прямо говорит, что мой папа – это ребенок. Вот это мой сын. И он несет за него ответственность, он переживает за него. Такое часто бывает, когда... Дети взрослеют раньше времени, но это не взросление, а чрезмерная ответственность, которую ребенок взял на себя в рамках взаимоотношений со своими родителями. Это то, о чем я ранее говорил. Когда он понимает, что способен где-то поспособствовать уравновешенному, комфортному состоянию мамы. Когда, допустим, мальчик становится для мамы не сыном, а другом, когда мальчик становится для мамы не сыном, а мужем, когда мальчик становится для мамы не сыном, а, например, отцом, матерью. То есть ребенок способен проживать психологически абсолютно разные роли. Почему психотерапия отвечает на эти вопросы? Потому что, когда вы общаетесь с опытным специалистом, он определяет модель взаимоотношений между родителями и детьми. Вот в ситуации с Айзой надо говорить не о взрослении. Да, нам может казаться, ребенок повзрослел не по годам. Это не взросление, это просто-напросто проживание совершенно не своей детской роли. Ее нужно определять. Это моя рекомендация даже для Айзы. Если они занимаются с психологом, то значит нужно попросить его, чтобы, или ее, чтобы они помогли разобраться все-таки, в какой роли пребывает ребенок. Он ребенок или он кто-то другой? Папа, мама, старший брат, подружка, друг. Это очень важно. Родом из детства. Тут мы хотим поговорить о тебе и твоих родителях. Угу. Как они повлияли на тебя. Мы все наши проблемы из детства, не я это придумала. Так что, Айза, рассказывай, какие... были твои родители в твоем детстве? Насколько близкими были ваши отношения?
Первая, вот первую, да, часть своей жизни моя мама была моим лучшим другом, она была кумиром моим, сильная, характером такая стильная, всегда очень круто одевалась, образованная, она главным бухгалтером была такая, вся зажигалочка. Но прошло время, и моим кумиром стал мой отец. Просто раньше я его не так часто видела, потому что он работал в органах, и работа его очень часто забирала у меня. А сейчас папа, конечно, мой просто лучший друг. Столько же, как и я, читаю, такой же фанат книг. Очень умный, очень интересный. Позволяет мне быть собой, гордиться мной. Даже в самых худших вообще моих жизненных проявлениях он тот, кто кладет мою голову на коленку, вот у нас платье, и гладит, и говорит, я буду тобой всегда гордиться. Когда, в тот момент, когда я разбита, и мне стыдно, я не могу даже поднять глаза на него, он мне продолжает гордиться. И этот, кто-то однажды мне сказал, что девочка, дочь, получает от папы 100 солнца. То есть ей нужно именно вот это солнце. От папы. И вот мне папа дает это солнце. Это а мама? Мама сейчас не дает, но она все равно меня любит безумно. И я знаешь, люблю. Когда у мамы появляются внуки, она почему-то очень часто бывает в контратаке со своей дочкой. Да, я... Из-за детей, из-за внуков. Я не знаю, так получилось. Почему я маме так? Несколько раз говорила, мам, ты перепрыгнула через... Ну, то есть меня... Я вдруг стала не дочкой. Ненужной. Да. Очень интересно узнать, что скажет об этом Марк, потому что эти ситуации действительно сплошь и рядом, и мне кажется, что это безумная такая да, ошибка. Да, я себя чувствую прям ненужной. Да. Что ты вдруг перестала быть дочкой. Да, абсолютно не дочка. Я все неправильно делаю, неправильно говорю, неправильно воспитываю. И вот эта любовь там, к Фему, и я такая. И ты такая его мама, да? И я такая просто его родила. Это действительно частая проблема, когда в семье появляется ребенок, мама переключает, бабушка переключает все свое внимание на внука и контактирует со своей дочерью с позиции критики, требований, упреков, где-то, возможно, даже какого-то насилия, отстраненности. Но здесь очень важный момент. Вопрос сепарации. Прошли ли сепарацию Айза и ее мама? Сепарация подразумевает определенную дистанцию, когда я ухожу от тебя как маленький ребенок и возвращаюсь к тебе как уже зрелая личность, но все-таки остаюсь твоим ребенком. Ведь, допустим, если я не знаком с мамой Айзы, но у меня, исходя из того, что она говорит, складывается ощущение, что она сама Айзу воспринимает до сих пор как подростка. То есть она не видит в ней взрослую дочь, она видит в ней маленькую дочь. А, соответственно, маленькая дочь склонна к чему? К тому, чтобы вести себя непредсказуемо, тем более Айза – это специалист вообще по непредсказуемым действиям. Вот. А она-то это все со стороны видит. И здесь еще очень момент классный, на который я обратил внимание, это создание кумиров из родителей. Вот папа – кумир, мама – кумир, родители классные, все здорово, прекрасно. А внутреннее желание быть похожей либо на папу, либо на маму не реализовалось у Айзы. И она стала не похожей на своих родителей, но и настолько не похожей, чтобы на эту непохожесть они обращали внимание. То есть я не могу запомниться маме и папе своими достижениями, которыми они бы гордились. Но при этом нуждается в их любви. Ну, как минимум, в том, чтобы они ее замечали. И она переключается с позиции угодить родителям в позицию бунтовать. И она, по факту, я с ней даже об этом уже говорил на съемке, она типичный бунтующий ребенок, такая бунтующая девчонка, которая привлекает к себе внимание и притягивает взгляды, восторженность определенную за счет своих каких-то не совсем хороших действий и поступков. Ты много раз говорила в своих интервью, что я не могу быть той дочерью, которую заслуживают мои родители. Ты чувствуешь вину перед своими родителями? Сейчас нет. Проработала? Проработала. Ну тогда да, конечно, мои родители заслуживают лучшую дочь. Ну, прям вот так. Ну, сейчас я для них лучшая дочь. Так то есть ваши отношения улучшились, да, с каким-то? Да, очень. Ну, конечно, я просто не понимала, что...
почему все так летит вообще из моих рук. Я не знала, в какой момент мне остановиться, где вот этот вот упор, куда я должна упереться и почувствовать, что меня вот так вот на вот этом моменте любят. А когда я начала уже работать с терапевтами, психологами, я поняла, что мне просто нужно полюбить было себя. Да. И вот только в этот момент я начинаю смотреть адвокатными глазами на все остальное. Угу. И тот забор, да, в который я хотела упереться и остановиться, Была лично ты сама себе. Это была лично я и моя любовь к себе. Да. А тебе в детстве говорили родители, что ты красивая, ты хорошая, ты молодец, мы тебя любим? Mm-mm. В детстве? Нет. Ну, то есть ты только что сказала, что папа тот человек, который может положить твою голову на колени. А в детстве такого не было? Папа очень был занят в детстве. Он очень много работал. Я могла его не видеть там полгода, год. А мама так не говорила. В детстве Айза была ребенком жертвы. То есть она занимала адаптивную позицию. Она сама это признает. Мне не хватало внимания родителей, они были заняты. Я была брошена, предоставлена самой себе. Как я могу привлечь к себе внимание? Могу привлечь только непотребностью удовлетворить свои эмоциональные какие-то желания, а как раз-таки плохим поведением. И что она сейчас... В принципе, для нее это основной инструмент коммуникации с этим миром. То есть если меня принимают плохой, значит, я действительно значима, значит, меня действительно есть за что любить. Потому что хорошие меня не примут. И для Айзы это один из самых главных страхов. Она боится, что если она станет там, прилежной женщиной, перестанет работать на этот хайп, устраивать какие-то скандалы, интриги и превратиться в такую самодостаточную, уверенную в себе, полюбившую себя девушку, то она перестанет быть интересна этому миру. Поэтому где-то даже ей невыгодно отказываться от своего поведения. И посмотрим. Она, конечно, может много рассказывать, что я хожу к психологам, пускай ходит правильно. Но результатом этой терапии будет явно выраженная трансформация Айзы, когда она будет заметна без ее собственных объяснений. Ты говорила в своих интервью, что ты как будто застряла в детстве, что ты очень хочешь вырасти. Да. Ты выросла? Выросла. Когда это произошло? Год назад. Когда стал работать с психологом? Да, потому что ты, когда у тебя не было, допустим, детства, там, да, ты сразу перескакиваешь какую-то уже подростковую жизнь, потому что ты, и вот ты вот в этой подростковой жизни задерживаешься, потому что ты не догулял, наверное, вот это детство, не добегался, не допрыгался. Не знаю, Марк объяснит, наверное, эту фазу. Это потому что война была? Война была, да. Ну, там, поэтому ты быстро повзрослела. Да, очень быстро. Ну, ты уже выживаешь, там уже другая история, там уже чисто на инстинктах. А потом ты там связываешь свои отношения с человеком, который болеет зависимостью. Да. И ты начинаешь жить вот этой жизнью. Созависимым. Ты сам становишься таким каким-то странным. Чокнутым, странным, абсолютно не принадлежащим себе. И вот это вот реагирование абсолютно на все, да, что есть извне, это же тоже из факта неосознанности. Для меня осознанность – это взросление, когда ты осознаешь себя на тот возраст, который ты есть, когда ты осознаешь себя матерью, когда ты осознаешь, что у тебя есть ответственность, когда ты осознаешь, что того, что было, там не будет. Знаешь, что в тебе круто? Что ты так вот об этом свободно говоришь и просто, и ты так признаешь свои ошибки, я... восхищаюсь. Ну, если я не буду признавать свои ошибки, я не буду исправляться. Не буду исправляться, я не буду становиться лучше в первую очередь для себя и для своих детей. Ну, ты же понимаешь, что далеко не каждый вот так может признавать публично в интервью свои ошибки. Такие очевидные, но признавать. Ну, мне стыдно ужасно. Блин, ты крутая. Но больше жалости к себе нет, поэтому я просто хочу просто больше это не делать. Ты просто хочешь идти дальше. Да. На что я обратила внимание? Я только сейчас вот сидел, когда смотрел. Я смотрел с Айзой разные выпуски там, в Ютубе, я не буду называть эти каналы, и некоторые из них, ну так мягко скажем, ну такие дебильные, в общем, собирается такая компания социализированных дебилов, и они хамовато общаются, мат-перемат, ну такое быдло поведение. И Айза там, в этом быдло-обществе, пытается быть похожей на них. Она также ведет себя, она также высказывается, такие же шутки с каким-то двойным смыслом. А при этом, вот я сейчас смотрю, когда она с Натальей общается, она совсем другой человек. И о чем это говорит? Что Айзе нужно выбирать круг общения.
не общаться с людьми, которые разлагают ее как личность, то есть убрать от себя токсичное окружение. Да, это дискомфортно, да, это формирование нового окружения, но это в наилучшем образом скажется и на самой Азе, и при этом принесет большую пользу детям. Ты знаешь, я очень довольна нашей беседой, я не знала тебя лично раньше, я просто восхищаюсь тобой за твою искренность, честность, спасибо, за твою позицию в жизни, за то, что ты работаешь над собой, и ты не стесняешься делиться опытом, потому что эта передача, это шоу для того, чтобы на нашем опыте помогать людям. От себя и от клиники Винесса хочу подарить тебе сертификат, чтобы ты всегда оставалась молодой, красивой. Спасибо. Ведь это самая большая мечта наших детей, чтобы родители оставались молодыми. И не умирали. Спасибо большое. Спасибо, что пришла. Я очень рада знакомству. Взаимно. Спасибо, что нашли время посмотреть этот выпуск. Пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть следующим гостем и какие еще темы нам обсудить с нашими гостями. А еще подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. У нас для вас очень много интересного. С вами была ваша Наташа.